Всем привет! В этом видео я расскажу о том, как и где найти принимающую семью, какие вопросы стоит задавать сразу же при общении с семьей и на что же стоит обратить внимание. Когда я решила участвовать в этой программе, на самом деле информации в интернете было не очень много, то есть я искала в Инстаграме, в Ютубе, в Фейсбуке, кажется, в Гугле, то есть везде, где только можно, и на самом деле именно людей, которые проходили эту программу, да, было не особо много. Только одна девочка в Ютубе, которую я смотрю по сей день. Вот, я знала о том, что есть точно два варианта, по которым я могу уехать. Первое – это искать работать с агентством, при этом заплатив немаленькие деньги и также иметь вероятность попасть на мошенников. Или же агентство не будет уделять мне нужного внимания в важный для меня момент, к примеру, как заполнение анкеты при подаче, да, в посольстве на визу и тому подобное. Очень разные есть моменты, когда вот я знаю настоящие истории, когда девочки рассказывали о том, что вот они заполняют анкету, да, которая необходима при подаче на визу, и им просто не отвечают или не говорят конкретного ответа, а им необходимо сейчас заполнить ее. В общем, много разного всего бывает, поэтому может быть что угодно. Также, конечно, я знаю и хорошие бесплатные агентства, в том плане, что я знаю, я имею в виду, что очень много девочек рассказывали о том, что им попадались хорошие бесплатные агентства, которые помогали им совсем найти семью и устроиться, то есть это было абсолютно бесплатно, но опять же, вероятность попасть на не очень хороших людей всегда есть, поэтому это тоже нужно брать на заметку. Опять же, это личное дело каждого, на самом деле я никому не советую агентство. Бесплатное агентство, наверное, я бы советовала только тогда, когда у вас прям безвыходная ситуация, вы никак не можете вообще найти семью, да, ну и вам не остается ничего, как обратиться лучше всего изначально в бесплатное агентство, вот. Но я не рекомендую никому, в принципе, искать семьи через агентство, если второе, можно сделать это абсолютно самостоятельно. Вы можете сделать все сами. Для того, чтобы найти принимающую семью, вам понадобится только интернет, телефон, планшет или компьютер, что у вас есть, да, ноутбук. Все. Повторюсь опять, что я не знала и не видела нигде в интернете настолько много информации, как есть сейчас, о том, где можно найти семью. Поэтому на тот момент я знала только о существовании двух сайтов, которые один называется Au Pair World и другой aupair.com. Ссылки на эти сайты я оставлю в описании. Честно сказать, мне было больше всего удобнее работать, искать и, в принципе, все заполнять на Au Pair World, чем на aupair.com. На Au Pair World там очень приятное оформление, там все очень удобно, удобная поисковая система, приятно все для глаз. В принципе, очень удобно заполняется вся информация, критерии поиска, и точно так же семья, которая ищет для себя аупэр, точно так же заполняет всевозможную информацию, которая высвечивается у них на странице, и вы все можете это посмотреть и прочитать. Принцип одинаковый, что на том, что на другом сайте. Вам нужно заполнить личные данные, ответить на вопросы, так называемые анкеты, добавить свои фотографии, вы еще можете добавить даже видеообращение. Вот, я знаю еще, что когда семьи регистрируются, их предыдущие аупэр могут писать как рекомендательное письмо о том, что какая это семья, да, как им у них работалось и тому подобное. На самом деле регистрация очень простая. Если вы это делаете через Google Chrome, к примеру, да, то через любой другой браузер вы можете выбрать перевод и, в принципе, заполнять все на русском, если вы плохо знаете немецкий или там английский. Там, честно, я не скажу сейчас, но там есть несколько языков, на которых можно смотреть и заполнять, в принципе, этот весь сайт. Возможно, там есть русский, но, честно, не скажу, я уже не помню. Также в критериях поиска вы отмечаете количество детей, возраст детей или ребенка, да, к примеру. Точно так же регион, то есть, например, я писала, да, что вот я хочу Германию искать, потому что на этих сайтах вы можете искать
семьи в разных странах, то есть хотите в Америке, будете искать там, выбирайте США, да, хотите там Испания, выбирайте Испания, Франция, то есть много там есть стран, это весь список будет высвечиваться, в принципе. До этого вы еще можете в интернете посмотреть, в каких странах можно участвовать, вот, но если вы собираетесь, к примеру, да, в Германии, выбираете Германия, потом выбираете регион, в котором вы хотели, например, я выбирала, есть там земля Бавария, да, есть Баден-Вюртемберг, к примеру, да, вот я выбирала Баден-Вюртемберг, вот, потом я конкретно выбирала города, в которых бы я хотела, да, или там еще есть возможность выбрать большой город, да, там село или тому подобное, или можете все выбрать. На самом деле я бы не рекомендовала вам конкретно на чем-то одном зацикливаться, потому что когда вы ищете по всей Германии, вероятность найти намного больше и выше. На самом деле ищите по всей Германии. Также сейчас очень много возможностей, где еще можно найти семью. Одно из таких мест — это Facebook. Там очень много разных групп, прям вот правда очень много, которая предоставляет возможность вам и семьям выставлять туда пост, где вы рассказываете о себе, предоставляете там свои фотографии, да, себя там. Также я рекомендую выставлять вам свои фотографии, да, например, я как делала. Я выставляла одну свою фотографию, остальные фотографии у меня были с семьёй, там, с братом, да, с сестрой, мои увлечения там и хобби, да, например, если вы где-то учитесь, можете выставить фотографию себя на фоне этого учебного учреждения или там ваших конкурсов, медалей, да, чтобы семья понимала о том, какой вы человек, да, что вообще, в принципе, вы из себя представляете, ну, так, визуально. Точно так же, когда семья рассказывает о себе, она выставляет фотографии, рассказывает что-то о себе, да, о детях, о их возрасте и тому подобное. Также, если вы боитесь ехать в немецкую семью, вы можете выбрать семью, в которой один родитель есть русский или, например, там, украинец, да. Это, скорее всего, и чаще всего это мама русская или украинка, к примеру, но я, честно говорю, не советую выбирать семьи, где вообще, в принципе, присутствует русский язык, даже если вам кажется, что так будет легче и проще, на самом деле нет. Если вы решили участвовать в этой программе, значит, вы решили изучать язык. И если вы решились на это, значит, вы все-таки должны для себя понимать, что вам необходимо находиться постоянно в этой среде, в среде этого языка, да, для того, чтобы его лучше понимать, изучать, учить, да, и разговаривать на нем. Если будет хотя бы один член семьи русскоговорящим или там говорить, ну, например, на украинском языке, да, я просто говорю на русском, поэтому я так говорю, вот, то вам будет очень сложно. Точно так же были истории, я слышала о том, как рассказывали, да, что, в принципе, дома общаются по-русски, и учить немецкий язык сложнее из-за этого. Вот, ну, это дело лично каждого. Также хочу предупредить, что чаще всего в семьях, где русскоговорящие мамы присутствуют в 90%, возможно, больше, все заканчивается очень плачевно, потому что в основном такие мамы очень требовательны, им всегда что-то не нравится. Я рассказываю исключительно из того, что я знаю, это все правда. Многие девочки рассказывали, присылали фотографии, скриншоты того, что, в принципе, у них происходило дома, то, как к ним обращались, как с ними общались эти русскоговорящие мамы. Вот, и там все очень плачевно. В основном всегда семьи потом меняются. Эти мамы всегда очень много чего-то требуют, то есть им не нравится, как вы что-то поубирали, им нужно, чтобы вы больше работали и тому подобное, углубляться в это не буду, просто скажу, что опыт в основном нехороший, единичные случаи, когда все хорошо и спокойно. Опять же, дело каждого, но если вы хотите, можете попробовать, в любом случае можете поменять семью, вот, просто хочется, чтобы ваше ментальное, да, психологическое здоровье, находясь в чужой стране, было в порядке, потому что и так есть очень большой стресс, когда вы приезжаете в чужую страну, точно так же находитесь в чужой семье, да, и тут еще что-то наподобие того, что что-то не нравится, как вы делаете, или убираете, или мало работаете, хотя, в принципе, вы работаете все свое время, которое вы должны, вот, так что смотрите сами. Это, на самом деле, можно назвать лотереей, поэтому
Обязательно, когда вы найдете семью, вы должны будете выйти с ними на видеосвязь, чтобы семья вас увидела, и вы увидели семью, смогли немножко пообщаться, да, чтобы было вообще понятно, как у вас идет контакт. Вот. Я понимаю, это очень может быть страшно. На самом деле, за время того, сколько я искала, сколько я общалась с семьей, это всегда очень страшно. Даже один раз мне пришлось общаться просто по телефону. На тот момент у меня язык мой был вообще, ну, немецкий, да, он максимально низкий. Для меня было сложно говорить по видео, а когда человек разговаривает просто по телефону, это еще сложнее, поэтому очень много чего не понимала, очень много стресса разного было, но, опять же, это все приходит с опытом, поэтому бояться не нужно, это обязательно нужно сделать, обязательно нужно попробовать, потому что по-любому вы едете в чужую страну, к чужим людям, вы должны понимать, кому, да, также семьи иногда еще, когда вы звоните им по видео, показывают вам вашу комнату, свой дом, вот, детей, да. В основном еще детей показывают, рассказывают, что они там любят делать, что они любят кушать. Вы рассказываете о себе. В принципе, все, что вы пишете в своей анкете, да, рассказывая о себе, вы рассказываете семье. Также семья задает вам разные вопросы, вы отвечаете. Вопросы могут абсолютно быть разными, поэтому лучше подумать просто заранее вероятные вопросы, да, и на них ответы. Вот, поэтому все хорошо, пробовать нужно. Также заранее предупредить семью о том, что ваш уровень языка не очень высокий. Вот, чтобы они понимали, что с вами не нужно разговаривать быстро. Лучше помедленней, попонятней для вас, чтобы все было. Вот. Поэтому ничего не нужно бояться. Какие же вопросы стоит задавать семье, когда вы знакомитесь? Первое – это вопросы, касающиеся детей. Что дети любят кушать, что дети любят делать, как, в принципе, проходит их день, какой распорядок у них дня, то есть есть ли у них какие-то позаклассные занятия, да, может быть, они там ходят на футбол или что-нибудь еще, потому что часто бывает такое, что вам нужно отводить в школу, забирать со школы, водить на занятия, забирать с тех занятий, да, то есть это все тоже нужно обговаривать заранее, чтобы вы понимали вообще, в принципе, к чему вам готовиться. Так как в моей семье только одна девочка, и 5 лет она ходит в садик, и я ее с садика только забираю, родители ее утром сами отводят. То есть, на самом деле, я даже этого не спрашивала и не знала, но это, в принципе, нужно было сделать, поэтому вы все это, естественно, оговариваете сразу же и заранее. Второе, и что я считаю немаловажное, это ваши выходные. Есть очень много семей, которые не хотят давать 2 выходных. Они хотят, чтобы вы работали 6 дней в неделю, по 5 часов там каждый день, к примеру, да, и у вас был только один выходной. Мне на самом деле не подходил этот вариант, то есть я не хотела. Вот я просто такой человек, я не хочу. Я хочу, чтобы у меня было там 5 дней рабочие, да, 2 дня выходных. То есть я считаю это абсолютно нормальным и приемлемым, потому что я тоже человек, я в чужой стране нахожусь, я хочу посмотреть, да, город, я хочу поездить, попутешествовать, я хочу пообщаться, хочу поучить язык. Я понимаю, что я работаю 6 часов в день. Но при этом это же не означает, что я работаю с утра, там, да, к примеру, до обеда. Это время очень разнится, в разные дни по-разному, то есть это время может делиться, и у меня может не быть определенного времени, да, например, вечером, когда я могла пойти там погулять или куда-нибудь поехать, да. Ну, я думаю, вы меня понимаете. Вот, поэтому обязательно за это нужно спрашивать. Когда мы составляли контракт, я сразу же сказала о том, что лучше будет, если сделать вот так, потому что я там хочу 2 выходных, да, чтобы работать по 6 часов, там, 5 дней в неделю. Вот, и все, как бы договорились, все нормально, я имею 2 выходных, 5 дней в неделю я работаю. Это обязательно нужно обговаривать, потому что вы можете об этом не сказать, и семья ваша, когда делает контракт, она там впишет, например, вам один выходной, вы хотите 2, да, к примеру. То есть разные бывают, это все нужно оговаривать. Третье – это питание. Если ваша семья, например, вегетарианцы, то лучше сразу же об этом поговорить. Например, вы едите мясо, они мясо не едят. Спросите, будут ли они вам его покупать, потому что некоторые семьи могут на это не согласиться. Например, если они вегетарианцы, да, в основном такие семьи, в принципе, ищут аупэр, которые тоже вегетарианцы, потому что так им выгоднее и проще. Вопрос питания обязательно, что едят, что не едят, есть ли какие-то аллергии и тому подобное, или, может быть, у вас есть. Все точно так же спрашивать, говорить и узнавать. Четвертое.
точно так же входит в список важных вопросов. Это в связи с ситуацией, которая происходит в нашем мире. Я думаю, все понимают, о чем я говорю. Когда вы пишете свою биографию, скажем так, да, анкету, когда выставляете в Фейсбуке или на одном из этих сайтов, я советую вам указать, есть ли у вас прививка или ее нет, собираетесь вы ее делать или вы не хотите, потому что есть семьи, которые берут только с ней или вот которым без разницы. Я сразу же написала, что я не хочу делать, вот, поэтому это тоже сейчас в данной ситуации немаловажная информация, потому что вы можете сказать, что у вас ее нет, а потом вы приедете и вам будут говорить, что вы должны, или вот, например, те, которые согласны на то, что вы ее сделали тогда, когда прилетите. Вариантов может быть много, опять же, об этом нужно говорить обязательно, вы это должны сразу же обсудить с семьей, и лучше всего сразу же написать это в своей анкете, чтобы семья сразу же видела о том, какие у вас вообще, в принципе, предпочтения, да, на этот счет. Пятое — это вопрос автомобильных прав. Так как на самом деле в Германии добраться до некоторых мест очень сложно, так как я живу в очень маленьком городке, который на самом деле я бы могла называть деревней, добраться куда-то самостоятельно очень сложно и долго. Например, я живу в Донсдорфе, да, и рядом находится Гёппинген. На машине ехать туда 9 минут, на общественном транспорте целый час, и до этого мне еще целый час нужно идти до остановки, и потом целый час ехать, так что в общей сложности 2 часа. Ну, вот представляете, да, 2 часа и 9 минут на машине. Вот, поэтому, опять же, это нужно оговаривать, я считаю. Шестое, касающееся темы передвижения, это общественный транспорт. А также рекомендую вам узнать у семьи, оплачивают ли они вам проездной, или вы сами себе его покупаете. Можно купить проездной на месяц, да, либо же каждый раз, когда вы куда-то будете ездить, будете покупать себе там билет, к примеру, да. Так как сейчас языковые курсы у меня будут онлайн, мне не нужно ездить на курсы, к примеру, да, мне не нужно покупать билеты на транспорт, поэтому я это все делаю онлайн. Но если я хочу куда-то поехать, например, ближайший город, да, там в Штутгарт, то мне, естественно, нужно покупать билет и ехать. Стоит уточнить, покупает вам семья его или нет, в принципе. Просто, не обязательно на курс, да, там, может, вы хотите куда-то ездить, там, путешествовать. Ваша семья может вам купить карту, которая распространяется на всю вашу землю, вы можете по ней ездить, да, путешествовать там. Всем пока, увидимся в следующих видео.